Первый вопрос в повестке 55-й очередной сессии городского собрания представителей – внесение изменений в устав ЗАТа Заречный. В основном это корректировки и уточнения, вызванные изменениями законодательства. Изменения устав вносятся в связи с принятием целого ряда федеральных законов. Вышеуказанными федеральными законами внесены изменения в перечень вопросов местного значения, а именно, во-первых, с 1 сентября 2024 года из вопросов местного значения будут исключены вопросы создания, развития, обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов местного значения на территории городского округа. Данное изменение связано с внесением значительных изменений в регулирование деятельности в сфере природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Так, в настоящее время вышеуказанные курорты существуют с разделением на три категории – федеральные, региональные и местные. С 1 сентября 2024 года местная категория будет исключена. Распределяться такие объекты будут на федеральные и региональные. Уточнены и формулировки положений, касающихся молодежной политики. Кроме того, полномочия местных органов власти дополнены. Осуществление выявления объектов накопленного вреда окружающей среде и организация ликвидации такого вреда применительно к территориям, расположенным в границах земельных участков, находящихся в собственности городского округа. В числе других вопросов депутаты рассмотрели порядок предоставления разрешения на право вырубки зеленых насаждений. Известный порядок по выдаче парковочного билета теперь получил новую редакцию, и называется он «Порядок по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений». В основном тоже это связано с тем, что произошли корректировки на федеральном уровне, новые названия, новые наименования. И также пакет заявки дополняется еще одним документом, топографическим планом, на котором заявитель должен указать те зеленые насаждения, которые им планируются к вырубке. Народные избранники утвердили создание дорожного фонда города Заречного. Определена минимальная сумма денежных средств, которые тратятся в год на восстановление дорожного покрытия в городе. Вот сумма эта не изменилась, там не менее 40 миллионов. Но если будет возможность больше, то, естественно, будет привлекаться больше. Плюс софинансирование из регионального бюджета или там, федерального. В ходе сессии депутаты рассмотрели 10 вопросов. В частности, дали согласие на ликвидацию правового управления, скорректировали состав комиссии по делам несовершеннолетних, внесли изменения в советы директоров ряда городских предприятий. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».